Здравствуй, мой дорогой комрад. Сейчас мы будем изучать СХП пулемета Максима. Давай представим. У тебя есть данный гаджет для выкашивания пехоты, и ты нечего, не понимаешь, как там крутить, вертеть и что куда вставлять. Я не буду тебя грузить этим. Это все ты сможешь найти по ссылке под видео. А вот одну очень серьезную ошибку мы с тобой рассмотрим, дружок. Сначала тебе нужно обзавестись безменом, смекалкой и самое простое это знакомым токарем. В надульнике тебе нужно запилить технологическое отверстие в 6-7 мм и натянуть возвратную пружину соответствующим образом. Далее на видео ты увидишь зашквар, стрельбу с отверстием 4 мм и натяжением пружины 2,5 кг. Будьте осторожны и соблюдайте ТБ. Ах да, дружок. Не забудь подписаться на канал, влепить лайк и рассказать друзьям.